Также на совещании обсудили вопрос организации летнего отдыха детей. В загородных учреждениях в предстоящий сезон смогут побывать около 8 тысяч школьников. Оздоровительная кампания традиционно будет осуществляться по нескольким направлениям. Запланирована организация трудовой занятости подростков и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. На летний отдых детей в бюджете заложено чуть больше 120 миллионов рублей. Число лагерей с дневным пребыванием и питанием в этом году увеличится, их станет 125. Сеть загородных лагерей сохранена, будет организована работа 10 муниципальных учреждений. Бесплатно в них смогут отдохнуть 4000 школьников. Будут работать и 5 ведомственных лагерей. Дети должны у нас набираться новых впечатлений, новых знаний. А в свете того, что у нас 70 лет победы, мы, конечно, сделаем упор на этом. А если они просто отдохнут и спортивно разовьются, это уже достижение.